Всем привет! Всем привет, ребятки! С вами я, Дина, и сегодня мне в голову взбрела такая идея по типу, что будет, если я замешаю все ингредиенты для слаймов в одном цвете. И сегодня я выбрала самый обычный цвет, белый, так как я его люблю. Я люблю белый, черный и фиолетовый. Да вообще, в принципе, я все люблю. Поэтому не буду вас долго задерживать, и мы отправимся к моему шкафчику и будем искать все белое. Но сразу вам скажу то, что я буду выбирать не только белые ингредиенты, но также серые, такие с блесточками, все вот в таком духе. Так что приступаем. Пау! Вот и мой шкафчик, он выглядит примерно вот так, для тех, кто не видел, быстренький обзорчик. Итак, нам понадобятся все белые и серебристые слаймы. Для начала я взяла такую посыпку Bingsu Bits белого цвета, кладем их. И вот такой слайм, посмотрите, с какими он посыпочками, его тоже мы возьмем. Прикольно, кстати, переливается. Такой серебристенький, кладем. И вот в такой огромной колбе серебристый слайм. Его тоже мы возьмем с собой. А дальше белый. Вот такая коробочка. Наверное, постоянные зрители уже знают, что там лежит. Ну а для новичков вы обязательно увидите, что там. Сейчас возьму такой контейнер и достану оттуда ароматизатор и блесточки. Далее снова серебристые блестки. Как видите, их мало не бывает. И я здесь нашла поводок от собачки. Не знаю, почему он здесь лежит. Переставлю. А дальше глина монстрик. Возьму тоже беленькую и кладем. А дальше нашла вот такую крыску, решила ее тоже взять, будет вместо шармика. В принципе, все готово, можно отправляться, но я нашла еще два слаймика, вот такой низи слайм и еще беленький. Берем и уходим. А еще просто зацените, сколько посыпок рассыпал мой братик. Иду и расставляю все мои штучки. Пау. Здесь я уже устала. Угадайте, для чего мне эта золотая штука? А это для того, чтобы держать мой фон, и он не соскользнул. Итак, в последний момент я нашла вот такую добавку попкорн и еще шикарный жемчужный пигмент. Я его очень люблю. И да, я вспомнила то, что нам понадобится тарелка, чтобы это все замешать. Но я решила то, что все буду замешивать прямо в этом огромном контейнере. Опустошаем. Так, ну вот здесь у нас будет происходить замес. И вот что у нас за кадром. Итак, самым первым я возьму вот такой белый слайм. Не знаю, слайм это или глина. Это слайм, баттер слайм. Вот так он хорошо тянется. Как же он пахнет? Ну, тоже сойдет. Поэтому можно смело добавлять в наш контейнер. И все, уже начало положено. Сейчас будет легко. Следующий слайм это вот такой прозрачный, с огромным количеством посыпок. Они, конечно, разноцветные, они в белых цветах, но все же. Посмотрите, как это красиво выглядит. Он прям жесть, красота. И тоже добавляем. Теперь у нас какой-то глазастик. У меня такое ощущение, что он испорчен. Ну, сейчас посмотрим. Ау. Ей! Смотрите, там какая-то вода. Я не могу открыть, к сожалению. О, господи! Да, ну, я все же добавлю, посмотрим, что выйдет, если это вообще замешается. Следующим я хочу взять такой слайм. Вот такой он шикарный просто, тянется обалденно. Посмотрите на эти серебристые блесточки. В общем, просто краш. Мне очень понравился этот слайм. И кладем его розочкой. Следующий вот такой. Это уже не слайм, а должен быть лизун. Давайте вытащим его. Кстати, он для лизуна довольно неплохо тянется. Вот я всегда не любила такие упаковки в лизунах, так как очень-очень неудобно их доставать. А вам такие упаковки нравятся или нет? Кто согласен со мной, ставьте лайк обязательно просто. Вот достану столько, остальное для меня это очень сложно. Так что я думаю, в принципе, столько хватит. Далее я хочу добавить глину монстрик. Я ее очень люблю. Достанем вот столько.
Так, сейчас, секундочку. Вот она такая белоснежная, шикарная. Из нее многие, по-моему, лепят какие-то подделки. Или это из глины Candy Clan, я не помню, честно говоря. Но для слаймов она довольно хорошо подходит. Поэтому, если видите, если хотите такой же, то покупайте. Не реклама. Вот такой лизун. Он у меня довольно-таки долго лежит. Однажды я закупала всю коллекцию. Мне кажется, этому слайму точно есть где-то 1,5 года. Насчет 2 не знаю, но возможно. Он даже не хочет открываться. И что-то мне говорит о том, что он протух, так как смотрите, как быстро он перетекает. Но мы все же попробуем. Ай, открыть. Сейчас я открою и вернусь. Вы просто обалдеете. Это такая интересная ситуация. Я дала этот слайм открыть своей маме. Мама, к сожалению, не смогла никак. Просто она даже ножом пробовала, не получалось. Затем она отдала моему брату. Он тоже не смог его открыть. И даже пробовал папа, но ничего не получилось. Она просто не открывается. Я не знаю, с чем это связано, наверное, слайм вытек, засох там по краям, и он не открывается. Так что смело можно выбрасывать в мусорку, открыть это просто нереально. А мы уже переходим к украшениям, возьму вот такие Bensu Beads, они довольно красивые. И вот так у нас с этим, ну, Дина и Дина, если она так не сделает. Найс. Далее хочу добавить блестки. Он был как в предыдущем слайме. Вот такие они прям магические, нереальные краши. Люблю эти блестки. Далее упаковка слюды или битого стекла. Все по-разному называют. Давайте добавим полностью. Я не хочу, чтобы она потом у меня где-то осталась ненужная, в пакетике неудобная. Поэтому все сразу добавила. Для посыпки яичницы возьмем эту упаковку. Открываем. И засыпаем. Микки Маусы. Вот такие звездочки. Вау. Добавляем. Как я не люблю вот эти вот узлы. Просто хочется порвать пакет. Обычно я так и делаю. Можно их взять и вот так раскрошить. Но я так делать не буду. И добавлю сразу вот столько. Прям немного, чтобы они не испортили слайм. Также наш кристалл, брюлик, тоже положим сюда. Берем нашу коробку. Постоянно мои зрители знают, что там находится. Потай. Нам нужна сегодня серебристая. Так, это золотая. Вот она серебристая. Сейчас я ее достану. Так, какая же упаковка все же неудобная. Вот она наша батарея, ее нужно доставать очень аккуратно. И положим, давай, не прилипни ко мне. Нет, ты куда-то в бок. О, вот, все, круто. Остается уже за малым, берем вот такой глиттер крупный. Засыпаем. Кстати, из них можно делать прикольные маски. Типа берешь гель алоэ вера, смешиваешь с блестками. И получаются такие блестяшки на лице, на руках можно делать. Вообще где угодно. Предпоследняя вещь. Это наш ароматизатор Bubble Gum. Добавляем его прямо достаточно, так как слайм у нас получается огромный. И самое последнее. Это такая крышка. Давайте достанем ее. Это больше антистресс. Вот такой у нас там тянучка. Но ее мы добавим в самом конце. Сейчас я все это домешаю и вернусь к вам.
вот что у нас по итогу получилось, ребята. Мне кажется, довольно неплохо. Он получился какой-то серый, эстетичный. Да, еще у него глаза торчат. Мне понравился. Ставлю 8 баллов из 10, так как он немного плохо тянется, но все же он крутой. А на этом все, ребятки. Всем пока-пока. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И жду вас в следующих моих роликах. Обязательно посмотрите. А я пошла убирать и снимать следующий ролик для вас.